Вот это толпа! Да ты видишь, как раз я умер! Вот это нереально! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёка, Пингвинус, Гусанёк, Форум, Угабуга, Гордл Хелл, там какой-то странный никнейм, Зёбра, пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем убегать в школе Балди от толпы аниматроников. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем веселиться. Пацаны, убегайте в школу. Кстати, эти аниматроники умеют открывать двери, поэтому будет очень-очень весело. Давайте начнем с небольшого количества. Всего лишь штук 15-20. Все, убегайте, убегайте. Оружие в этом ролике использовать нельзя, чисто выживание. И в конце ролика будет 50 аниматроников, и мы страдальцы, которые будут просто погибать бесконечно. Поэтому досмотрите ролик до конца. Прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нам будет очень приятно. Пока мне все нормально, и все идет своим чередом. Давайте проверим, смогу я проскочить или нет. О, он даже на расстоянии убивает. Да. Очень странно. А я только хотел сказать, кто первый умрет, тот лох. Ну все, ты умер. А я первый умер. Так, давайте здесь проверим. О, он уже здесь даже в столовочке бегает, еду нашу ест. Через столы могут перепрыгивать. Давай, гусь, я в тебя верю, беги. Эй, не за мной! Да ну как он расстоянии? Ах ты, зараза. Я сейчас я ему подался. Я специально это сделал. Так, сейчас будем еще и еще добавлять. Пока мисс не будет, их очень много. Вы что? Они стояли там, обнимались. Странные очень. Вот эта толпа бежит. Просто нереальное количество. Давайте проверим, как они двери открывают. Все-таки мне интересно. Так, двери они спокойненько открывают. Поэтому, наверное, запрятаться не получится нигде. Выживаем до последнего. Так, надо какого-то аниматроника побыстрее, да, поставить? Да. Все, поставил. Очень странно они ходят. Они меня не видят, что ли? Я вот, мужики. Они меня не трогают. А, нет, трогают. Все, убил. Отлично. Так я же думал, они быстрые. Они что-то и быстрее не ходят. Так, стоп, я мимо пробежал. Да блин, зараза. Хорошо, Фокси, я тебя запомню. Еще раз там он бегает. Так, давайте постараемся его как-то обмануть. Стоят возле входа специально в классы, чтобы убивать. А чё они медленно ходят? Потому что нету цели. Нету цели? Давайте мы им поможем. Все, увидел цель, увидел. А-а-а, убили. Так, пойдет. Застряли в дверях. Да, быстрые, Фокси. Кстати, мы ставили больших аниматроников, допустим, как Бонни или там разные есть. Они в дверях застряют. И просто стоят и упираются в двери. Так, смотри, поймал. Он, знаете, как будто ловит. Хорошо. Как два раза меня убили? Как так-то? Меня 4 раза убили. А, каждый по очереди. Каждый хочет тебя убить. Их на улице очень много. Да? Это хорошо. Слепые. Да будем еще ставить. Да что ж вы путаетесь? Они надо пострелять, они станут быстрыми. Так. Старый без глаз, они не видят тебя. Да? Надо только шуметь? Отлично. Так, ставим еще аниматроников. Давайте вот этого поставим. Дима, так. Ты прям разу. Да ты смотри. Да смотри, каждый по разу убил. Отлично. Мы погибаем, все сходится. Это тебе не Абунга. Это аниматроник, который прям реально жестко мочит. Эй, на меня. А, кстати, пока кто по ним стреляет, затем они и гонятся. Да? Ну да. Смотри, сейчас ты умрешь. Пока. Там за дверью столовой стоял. Я знаю, они засаду тебе сделали. Так, мужики, успокойтесь. Так, бежит. А блин, если вы идете уже в туннеле, да, в коридоре, они не могут вас пропустить. Только погибать. То есть нельзя не попадаться никак вообще. Эй. Так, мне кажется, давайте я слепых уберу. Слепые реально какие-то слепые. Потому что они неинтересны. Давайте будем ставить что-нибудь живое. Давайте вот таких больших поставим. Все-таки проверим, будут они застревать или не будут. Все, я в школе. Так, проверим, будут они головой бить? Нет. Да, они стоят и не заходят.
Да чего вы, перемена кончилась. Да как зараза, а? Ого, их тут толпа, это просто жесть. Тихо, тихо, тихо. Что, они прям хорошо карту знают, да, карту? Ах ты говно, ах ты такой. Меня уже споймали, так что все. Да, ну ничего, я тебя запомню. А, Фокси прибежал. А сейчас приду. Короче, те внутри, а эти на улице стоят и чекают нас. Так, давайте еще будем добавлять. Давайте поставим. О, давайте вот этих поставим. Мне интересно, как они будут нас мочить. Ой, прикольно, бегают так. Такие в развалочку. Да, они, короче, хорошо заходят. Давайте еще поставим. Так, я сам себя их... Все, 50 аниматроников. 50 штук. Проскочу! Блин, ну никак не проскочить. Ты смотри, прям на раскрячку мне кинул. Ну еще там одного убил. Так, слепых удаляем, потому что нам слепые, нам надо зрячие. Так, все спокойно. Ты чё застрял, мужик? О, вылетел Гарри Смут. Ребята, так как Гарри Смут вылетает, будем ставить одинаковых. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Блин, за ноги схватили, Смотрите, сколько раз они меня убили. Дима, ты не нормальные, что ли? По моему трупу пляшут. Стоят, пляшут. Это весело. Хорошо. Я им поддался специально. Так, 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 так. Давайте сюда сходим. Никого еще нету там в школе? Позаглядаю. Есть. Уже зашли, да? Уже есть. Да. Так, так. Надо, значит, очень хорошо ныкаться. Какая тишина в школе. Никого нету. Ну да, это, кстати, не поможет. Тут, кстати, водичку можно попить. Хоть что-то. На, попей. Так, бежит. Ну они не такие быстрые, да? Возможно, прям вообще легко убегать. Угу. Просто что у них есть большой такой, знаете, прикол, они на расстоянии убивают. Хитбокс. Метра 2-3 они где-то убивают сразу. О, попробуй постараюсь в классе повыживать. Ну что, передумал. Хотел меня убить. Куяка, спасибо, что ты меня жизнь спас. Да, пожалуйста. Не, я пошел до тебя, Дим. Да, все-таки пошел? А где дверь закрываем? А, нет, за мной пошел. О, молодец, Куёка, давай. На себя их переманивай. Дима, спасибо. Сейчас я еще буду добавлять. Мало, мало, Куёку раз убили. А, блин! Это ты специально их натравил. Да смотри, два раза убили. Натравил. Давайте еще будем ставить. А у тех больших, ребята, мы поставим на большой карте. Мы поставим потом большую карту и нафигачим их. Ой. Ой-ой-ой. У нас их прям очень. Давайте удалим, они аж в стене позастревали, бедненькие. А, они с дверями давались. Эй, ты что там в стене запрятался? Хорошо. Ставим. Кстати, лимит стоит 100 штук. Вот это жесть! Вы даже не представляете, сколько я их поставил. Просто толпа бежит. А если им гранату кинуть, она взорвется? У них же жизни есть, да? Они тратятся жизни. Ой, сзади подошел, представляете? Хорошо, хорошо, это было жестко. Так, я вижу, здесь еще кто-то один из них бегает. Давайте здесь все-таки постоим. Опа, опа, ну что-нибудь делать. Так, застреют, пройти не могут. Ну что, я тащу. А я в классе здесь заныкался, они позаходили, короче, в парты и стоят в стулья. И не могут выйти. Очень умные аниматроники, очень. Дима, я понял, как можно мимо них пройти. Как? Если они отмечены на другого, ты просто пытаешься на себя внимание типа не поднимать и просто не можешь... Все, внимание на себя я не поднимаю. Ой, да, поднимать. Я знаю, как пробежать, вот так вот. Все, я выбежал с класса. Немножко они такие, знаете, медлительно, но я как вижу по смертям, что умираем мы регулярно. Эй, говно, блин, красавелла. О, их так на улице, да. Это жесть. Ай. А! Отлично, я выстрелил. Так, ты что тут стоишь, застрял? Выходи. Смотри, что делаешь. О-хо-хо, 4 раза. Каждый по разу. Интересно, когда 4 раза отображаешь, что умирает, так сразу и просчитывает Гарри Смот, кто 4 раза умер.
Да это нечестно! Так, мужики, отвалите. Надо их позаставать. Подостаю вас, ребят, уже поприуныли там стоите в уголку. Так, ну, здесь их очень много. Ой-ой-ой-ой-ой, их тут. Так. Один Фокси дверь сломал. Да, они ломать двери могут? Да. Вот это они мощные. Я на горку. Я на горку, ай. Ой, блин, хотел на горку мне. Не, ну мне кажется, они все равно бы достали меня. Просто смотри. Четыре раза подряд. Дима, я знаю, как от них еще спрятаться. Как? Можно просто на какую-нибудь высокую вышку забраться и все. Да? Но это нечестно будет. Неинтересно. Я тебя не кидала. Прикольно, да, Фокси, выпадь, да, чтобы он его замочил. Блин, ну прикольно получается. Мне нравится, когда их очень много. Я смог увернуться. Увернулся? Да, когда они только за мной шли. Опа, он тут в классе стоит. Тут, кстати, обиженный один. Его учительница наказала. За сосиску в тесте. Так. Интересно, больше никто не зайдет сюда? Быстро выбегаем, быстро, быстро, быстро. Ай! Да смотри, он прям стоял и ждал меня, пока я выйду. Три раза подряд. Зебра, беги. Прикольный пак, мне нравится, как они убивают. И не сразу, но при этом большое, большая дистанция у них на убийство. Так. О, я знаю, что сделать. Давайте я сейчас поставлю вообще других аниматроников. Сейчас. У нас еще есть тут разные. Так, летим на улицу. Будем на улице их ставить. Так, ребята, знаете, мы сейчас кого поставим? Принтрапа. Ну, я не знаю, как они убивают. Просто мы проверяем, как они работают. А что они не убивают? Давай на мне. А может, они добрые? А где мы? Они добрые, да? Мужики, да. А чё вы не убиваете нас? Они устали уже убивать. Уставшие, я понял. Хорошо, хорошо. Давайте тогда поставим... Глич-трап. Мужик, одумайся. Хе-хе-хе, вот это их доставил. Дима ещё здесь не спавнит. Вот это толпа! Да ты где, сколько раз я умер? Вот это нереально! Это законно! Это законно так умирать 1000 раз в секунду? Дима, ты умер минус 56 раз, посмотри в табе. Да как так-то? Дима, ты в цикл попал. Да это какое-то нереальное количество штук. Так, двери они открывают и хорошо прям по классу ходят. А чё они тут стоят, пляшут? Я танцую, стоят. Ой. Дима, прыгай в толпу, когда их видишь. Не, я не буду. Отвали. Когда танцуют, они добрые. Они все со мной. Так, давай Дима, сюда. Когда танцуют, они добрые. На, мочи его. Мочи Димаса. Ах ты, зараза! Стоять, стоять! Дайте, убивайте его. Нет. Не будешь ты больше меня никогда наказывать. Буду. Аж подлагивает Гаррисон, давайте удалю чуть-чуть. Прям жестко вообще. И стоят пляшут. Ла-ла. Пацаны, давайте, короче, сделаем так, что их можно мочить. Огонь открыть. На поражение. Поехали, посмотрим, что они могут. А у них жизнь окончается? Так, давайте я тогда тоже оружие возьму. А! Да кто меня убил? Пингвинус! Пингвинус. Я тебе знаешь, куда я шестистволку-то засуну? В карман. Не буду говорить куда, но очень нехорошее место. Ты ломал. Я сейчас пригвождатель. Так, я, насколько я понимаю... Не, давайте без пригвождателя, это читерский будет. Давайте так, чисто по красоте их убивать, на умение. Они вообще не пригвождают. Охота открыта на аниматроников. Давайте, давайте, мочите его. Мы должны его убить. А, горю! А! Да отвали, тварь! Помогите, он за мной ходится. Мы еще ни одного не убили.
Давай я лучше тебя убью, чем они тебя. Ого, все равно это не считается. Да сколько ж можно убивать меня, заразы такие, а? Так, надо оружие что-то посерьезнее взять. О, дробаш. Быстрострельный дробаш. Пусть Санек умирает. Вы что там взрываете такое? Ребята, там в школе что-то неимоверное творится. По мне не стреляйте, по мне не стреляйте. Не убили еще ни одного, да как так-то? О! О, красные гранаты, это точно. Красные гранаты. О, а может вот этот меч? А, зараза! Нельзя близко подходить, нельзя. Ой-ой-ой, пацаны, легче, легче. Да вы меня убьете. Никого не убили, да как так-то? Отойди, отойди от него. Отошел. Да он не умирает, они не умирают. Куёка. Ай, сам себя убил. Пацаны, мы что их не можем убить? Может они не умирают? Умирают. А вас хитбокс видно у них, что они умирают или нет? Да, я их убиваю. Я не вижу этот, чтобы у меня писало, что мы их убиваем. Так, я взял мощное оружие. Отойдите все. Отойди, отойди от него. Блин, сам себя убил. Вот идиотус. О, что это за звук такой? Что за звук? Колокольчика. Он меня дверь кинул. Ребята, начинается вакханалия просто нереальная. Блин, как же давно это оружие я не использовал. Ой, а я пропал. А так можно эту? Можно какой-то миниган. Это я проверяю, пацаны, я проверяю. А их не берет, что ли? Нет. Берет, у них хп много. А я знаю, что их убьет. Очень много хп? Да. Дима, сейчас будет неприятный звук. Они могут умирать с админского пистолета. А! Хорошо, что сказал. Знаешь, от чего они умрут? От чего? Они не умирают, я только что это понял. Нет, я знаю. А, Гринвич бомбы. Попробуй. Дима. Где... бомба очень... Ой, ёпер, ну чё. Спасибо. А чё их... Да что такое? Вы чё, не умираете? Дима сейчас будет умирать. Сжигать надо. Дима! А, я там боб набросал прям в них. Да всё равно они умирают. Чё такое? Уже всё в дыму. Вся школа в дыму, они не умирают. Так я не по... А, я возьму... Давайте возьмём админский пистолет и проверим. Убьют их или нет? Они с админского пистолета умирают. Только так? Да. Их не убьешь. Давайте проверим. Проверяй. А может они умерли? Смотрите, никого не вижу. Нет, тут на детской площадке. Иду, иду. Ох, там что творится. Умирают, умирают. Я же говорил, Дима, только с админского пистолета. Ну или какого-то многоэкранного оружия. Чё ты, чё? Дима, стой, подожди, не убивай. Давай. Давай, давай, давай. Не умирают. Не умирают, вообще. Ах, вы заразы такие. Я в шоке, я думал, мы их будем легко убивать. Они умирают, но они сразу же хп восстанавливают. Да? Да. Так, я понял, я для них сделал сюрприз тут небольшой. Надеюсь, они сейчас умрут. Готовьтесь, пацаны. Ой. Дим! Залагал гарисмот! Они живые все равно! Да? Беги, Димка, беги! А я спрыгну с быльца, если что. А, нет, ой-ой-ой. Вот он, вот он, вот он. А! Ой, зараза, ну ты мне помешал, заяц! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанек, Форум, Ампер, Угабуга, Куёка, Неон Кабачок. Пацаны, поздоровайтесь. Привет.
Однако, здравствуйте. Всем здравствуйте. Ребята, мы скачали очень классную карту, она вышла сегодня, и решили на ней записать. Аниматроники гоняются за нами. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, Ампер у нас начинает мочить пацанов, и кто умирает, берет аниматроника. И досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет 7 аниматроников и один выживший. И как всегда, последний выживший сможет использовать пригвождатель. Нет, тут полулох. Так, а где он, пацаны, инфу. Он упал вниз, где стекло? Так, ребята, сразу подписываемся на канал, ставим лайкосик. И кто напишет классный комментарий, попадет в ролик. И кто хочет с нами записывать, ссылочка на Discord в описании. Так, внимательно чекаем, вот он побежал. Как всегда, никого убить не может, потому что наполовину аниматроник. Ого, здесь же классная часть карты есть, я и забыл про нее. Ого, так она большая, смотрите, ого, тут деревья валяются, полумертвые. Так, а где он, пацаны? Он до сих пор на стекле. А, он на стекле, понял. Я вообще убежал, фиг знает куда. Тихо, все, стоим, ждем. О, кстати, его можно сюда заманить, и он не сможет выпрыгнуть. Опять упал, да? Классно. А где он? Он там где-то? Так, подождите, он бежит, пацаны. Я пошутил на него. Никого нету там. Блин, я уже боюсь. Так, он за Фредди, да, играет? Голден Фредди. Да. Дим, давай будем чекать каждую позицию. Ты вот тот ход, а я вот тут. Давай, чекаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто, жива еще? Он наверху. Ёлка, блин, что ты его привел сюда? Так, стоим. Чего? О, может по кругу будет тут так бегать? Прикольно, кстати, выйдет. Так мы и сделаем. Стулья поломанные валяются. Тогда все разрушаем. Разрушители 2.0. Он рядом, да? Да. Я побежал. Во, вот отличное место, когда его видно будет с двух сторон. Вот эта часть карты мне больше всех нравится. Он еще никого не убил, что ли? Прикольно. А он не сможет никого убить. О, я же забыл, что можно через перила перепрыгивать. А он этого не может делать. Будем это использовать в свою сторону. Представьте, ролик будет заканчиваться тем, что все-таки он никого не убил, и мы все живы. Напишите в комментах, сможет кого-то убить в течение 2-3 минут. Мне кажется, никого не сможет убить, потому что пацаны играют наигранное. Я вижу. Я вижу его. Опа. Опа, с шифтом. Офигеть, классно, что уже так убегает резко. Я хотел вам еще кое-что подсказать, он может телепортироваться, ну ладно, не буду этого говорить ему. Он разве может? Да, может телепортироваться только с опозданием. Класс. Давай, проверяй. Дерзай, у тебя все впереди. О, вот уже хорошая часть карты, смотрите. Пока он спустится или поднимется, я же убегу. А карта реально запутанная, как лабиринт. А где он? Я его не вижу. Он за нами бежит. Нема никого здесь. А, вижу, вы бежите, да, значит, Дима, он стой, он не бежит, мы тебя обманываем. Так это я обычно делаю, обманываю. Чего вы меня со мной повторяете? Ну, он там что-то там... Так, я вот тут стою. Все, вот это самая лучшая часть карты, потому что здесь прям легко убегать. А в кустиках можно? Ну что, минута уже смело прошла. Его никого не убил еще. Он снизу, возле офиса такой. Так, ну мне нравится, пока мне все очень круто. Мы взяли специально, ребята, таких аниматроников, где надо убивать только в притирок. На расстоянии не получится, со спины не получится. Так, значит, он сейчас поднимется наверх. Так понимаю? Наверное. Ждем. Еще ржет с нас, а какой подлец. Надо сам убить, не можешь спрыгнуть отсюда. Не надо. Он может еще по низу бегать, ты чего? Надо, пока он до нас добежит, уже полчаса пройдет. Он же телепортируется, сам же подсказал ему. Никого не убил, пацаны. Ну, очень слабо аниматроник нам попался. А кричит на всю карту. Больше крика. Надо было тебе взять Фокси. Фокси быстрее. Я еще хочу сказать, что этот аниматроник убивает на расстоянии, но где-то 2-3 метра он может убить. Надо просто предугадать движение игрока. Где он? О, водичку попьем. Это не водичка, Дима, не пей это. Это отрава?
Опа! Опа! Первый умер! Ну что, теперь уже два аниматроника. Не он кабачок, лох. Так, надеюсь, я буду последний, и я смогу приглаждать или всех приглаждать. Хотелось бы очень это. Давайте проверим, двери никто не открывает нам. Здесь, да? А представьте, еще двери где-то открываются, можно было бы зашкериться. А туда можно? Дима, он сзади бежит, убегай. Никого нету. Слышу, слышу, бежит. Беги, беги, глупец. Быстрей, 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 быстрей. Опа, я уже здесь. Так, ну два аниматроника, это уже, ребята, я скажу, пожестче будет. А кричит как? Больше криков, меньше дела. Так, я убежал оттуда, все-таки там очень опасно находиться. Потому что аниматроник убивает прям сильно. С одного раза никаких вариантов нет выжить. Так, пацаны здесь шкерятся, вместе с вами постою. Ребята, сразу ставьте лайк обязательно, потому что один лайк это плюс один к настроению. И поддержка канала. Поддержка тусов. Еще один, три аниматроника. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Будет в конце 7 аниматроников. Представляете, какое это мясо? Иди сюда. Нет-нет-нет, ладно, идем, что там, что? Ну смотри, какая-то странная здесь вода. Как пройти? Это что? Это не вода, это стекло, видно же стекло. Фонарик включи, да, и ты увидишь. Ой. Кстати, стекло на втором этаже ломать можно. Да? Просто. Да, я поломал. Пацаны, они, наверное, не знают, где мы находимся. Классная часть карты. Прибежал, прибежал, прибежал. Вижу, вижу, вижу. Нет, это так не работает, отвали. А мы убегаем и ноги поджимаем. Очень страшно, очень страшно. Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое. Уже, кстати, можно сгруппироваться и нормально так навалить нам по щам. О, Фокси! Беги, беги быстрее! Так, я наверх, наверху как-то безопаснее. Беги, Димка, беги! А я спрыгну с быльца, если что. А, нет, ой-ой-ой. Вот он, вот он, вот он. Зараза, ну ты мне помешал, заяц! Ну из-за тебя я проиграл! Ну и все, я буду на тебя охотиться. Ну что, побежал, и теперь я... Ой, а Фокси такой медленный. А Фредди еще медленней. А что они такие медленные? О, во, Бонька более или менее бегает. Ну что? Стекло не ломается. Стекло поломалось! Отлично! Аниматроники могут стекла разбивать. Так, гони их на низ. Гони, 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 гони. Дима, а я буду их мочить. Хочу тебя подправить, ты сам умер, потому что я сам видел, как ты а немножечко застрял. Я не умер сам, увидишь на анимации, там прям откинуло меня от аниматроника. Не, я имею в виду, что я тебя не стопил. Ты стопил меня, я просто хочу хоть кого-то виноватым сделать, ты виноватый. Да, да, да. Есть, есть, я убил пингвинуса. Отлично, мы убийцы стекол. Вот, ломаем, ломаем, ломаем стекла. Вот еще есть кусочек. Отлично. Ну что, стекла разломаны. Так, перекличка. Сколько у нас аниматроников? Я. А если остался один последний, можете оружие использовать. Не-не-не-не, еще много. Еще много. Хорошо. Куёка, ты живой? Конечно. Ты зашкерился где-то опять? Ай. Там бегаю, смотрю на драйв. Мне кажется, ты где-то заныкался. Да нет, я так. Нет, ну не кажется, я это чувствую. Пятой точкой. Мне кажется. Это все клевета. Это все клевета? Да. Понял. Так, подождите, тут по тени кого-то видно было. Кто-то здесь бегает над нами прям. Нашел куек. А где он? Гони его ко мне сюда. Смотрите, это место, где я их буду встречать. По-любому сейчас кто-то придет сюда. Ждем. Что за футбокс? Давайте его... Во-во-во, вижу зайца. Так. Никого ты не видишь. Встанем, мы так ждем. Им не будет куда деться, только сюда бежать. А я буду тут... Блин, это аниматроника, я же хотел убивать. Блин, классно, классно. Ждем, ждем. Опа, куёк, ну что ты? Отлично, отлично. Мне нравится. Остался. Кто еще остался? А последний? Все, можешь пригвождать, дать ему время, чтобы он пригвождатель взял. Стойте, хорошо. В смысле, это я последний? Да. Да, все, бери пригвождатель. А стойте тогда, подожди. Так, давайте инфу, где он, будем его наказывать. Но я вообще видел, как ты, Дима, спускался или поднимался. А, вот так, значит. Нашел его. Ты его нашел, да? Нет, он не нашел меня, нет.
Так, 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 где-то он здесь. Спускаемся вниз. Я его нашел на втором этаже. Да? Все, вы убили его? А, нет, а вы друг друга мочите. Нет. Что-то я не слышу пригвождателя. Он пригвождает вас, пацаны? Да, я одного уже пригвоздил. Отлично. Еще одного. Ну где он? Подлец. Ты где? Он рядом со мной. А представьте, если он, короче, пацаны, повыживает 5 минут, и мы его не убьем, он будет победителем этого ролика. Ну ладно, 4. Я могу пригвожденным телепортироваться? А, нет, не могу. Все, пригвождатели слетели. Я его видел, он где-то здесь. Гоните его ко мне. Давайте так, если он 3 минуты повыживает, да, еще 3 минуты осталось, то он выиграет. Или кто его убьет, тогда будет лучшим аниматроником в этой серии. Так, надеюсь, это я буду. Я хочу убить его очень сильно. Очень странно, в воздухе висел. Как так-то? Пригвоздил. Пацаны, а где он? Дайте инфу. Он снизу был. Он на коврах? На коврах. Да, в КС-шку переиграл. Так. Так, вот пригвожденный стоит. Значит, он где-то здесь. Пацаны, я застрял. Не застрял ты нигде. Может, он тут где-то за столом сидит? Нет. Он снизу возле бассейна, там, где мы ныкались. Я понял. Так, ну что, еще 2 минуты. Бегает. Если он повыживает, он реально будет красавчиком. Ладно, 3. Две. Он убежал. Бежал, да? Я вижу. Да, вон туда. Пригвожденных вижу, а его не вижу. Может, он где-то тут заныкался? В сторону убежал. А ну, никнейм. Кто у нас остался в живых? Пусть Санек. А, так ты вот такой у нас. И хорошо, и в гангбит сыграешь, да, и... Гарри. Ой, смог. Я везде хорош, почти. Ну, сейчас мы докажем обратно. Дима, я знаю, где он. Я тоже знаю, где он. Но не... О, вижу его. Ай, ну, блин, я тогда телепортироваться. Вот он, внизу. Пацаны, внизу побежал. Один наверху стойте, вот так на проходе. Блин, ну, зараза, пригвождателем хорошо стреляет. Так, еще минута ему осталось. Или две минуты, да, наверное? Блин, он наверху. Эй, о, пригвождатель слетел. Ну блин, это было рядом. Ну блин, ты за жопа морская. Ну хватит его пригвождать. Ха-ха-ха, блин. Ну это классно, когда все-таки есть, знаете, такой баланс. Пригвождатели не так долго и работают. Но я его практически убил. Это было на соплях. Какая тишина сразу стала. Так, ждем его. Надо его, короче, на крысу как-то убить. Я вам дам подсказку, я на фонтане. Ой, короче, возле бассейна. Все, пацаны, давайте, идите на бассейн. Окружаем. Окружение, надо, чтобы было нас сильно много, он тогда не сможет нас убить. Есть! Я его, ребята, прочитал. Видели, он выглянул из-за угла. Кстати, тебе не хватило несколько секунд для того, чтобы ты выиграл. Yes. Так, давайте теперь сделаем так. Я буду один выживший, а вы будете все за аниматроником. 3, 2, 1, я готов. Отлично, ребятушки, я затащу. Я с гвоздями там прохожу. Эй, ты читер! Так, убегаем. Хотя бы продержаться пару минут, надеюсь, у меня получится. Ай, ну блин! Я так хотел побежать. Я хотел, знаете, сесть на крысу и мочить всех. Ну хорошо, давай тот, кто меня убил... Тоже повыживает. Надеюсь, это будет последний раунд. Нет, умирает. А где Угабуга? А ну-ка инфу давайте. Зашкерился. Он как и я хотел сделать, но у меня, конечно, не сильно. Это хорошо получилось. Замаскировался немножко не так. Все, умели. Все. Это было очень просто. 3, 2, 1. Выживает Ампер, так как он первый начинал у нас. Эй, что я не попал? Вы видели, это была в притирку. Что за зараза такая, а? Давай, на срез, беги ему. Что, не убили? Эй, Ампир. Ого, нас толпа, и мы его не убили. Да как так-то? Убежал. Он смог убежать. Давай, Ампир, надеюсь, ты будешь лучше играть, чем первый раз за аниматроника.
А, он режим крысы включил. Я понял, я понял. Внимательно чекайте его. Угу. Ну где же ты, а? Ой. Так, а сюда нельзя, ой. Сюда нельзя. Опа, нашел. Нашел? Мочи его, мочи. Бегу, бегу. Давай, 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 я в тебя верю. Где он? Ой, блин, это наш. Я уже хотел мочить. Так где он? Я думал, он тут, а его нету. Эй, слышь ты! Крыса! Мы тебя убьем! Сам крыса. Так, я иду наверх. Я думаю, что он где-то здесь. Хорошо, тут место, кстати. Прям отлично, его можно здесь убить. Так, 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 так. А че его не вижу? Он ныкался. Я спрятался. У него нычка, да, хорошая? Да не хорошая, просто. Просто запрятался, молодец. Пацаны, давайте, последний левел. Опа, нас его там мочит, значит, надо сюда бежать. А! Зараза, блин, если бы я нажал выстрел, я бы его убил. О, мы с Фокси постоим. О, а че так гвозди быстро пропали? Так, слышу, слышу, выстрелы где-то здесь идут. Это ж надо, представляете, обидно, не убил его. Да так. Ну как так-то? Так, Ампер, если ты будешь дольше гусь Санька выживать, значит ты победителем будешь. Он возле бассейна. И бассейна, бегу, бегу, бегу. Надо его прыгать. Так, я его чекаю, может он все-таки выйдет сюда, я его прочитаю. Так, убежал, хорошо. Давайте сюда, так, тут точно нету входа. Значит, где-то здесь. А второй пошел? Да, где стекло? Ах ты стеклянный человек. Я уже там нету. Да блин, смотрите, он хорошо играет, пацаны. Нет, он на втором, он назад побежал. Нет у меня. Вы смотрите, какой челебездрик. Не можем его убить. Вот, мне кажется, это место, где он по-любому будет пробегать. Ждем его. Так вот так встанем за угла. Будем его выглядывать. Может, он здесь где-то? Его здесь нету. Чё, пацаны, он уже минуты выживает, наверное, даже больше. Я больше выживал. Ну да, долго выживал. Посмотрим, побьет он свой рекорд или нет. Всё! Гусь Санёк в этом ролике победитель. Просто красавчик. Молодец, Гусь Санёк. Опа, опа, опа-па. А! Да почему я первый, блин? И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Гусь Санёк, форум Ампер, Куёка, Растишка, Пика, Арара. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ну что, ребята, скачали мы просто гигантскую карту Security Breach. С игры Security Breach. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас режим прятки и веселья и угар. Пацаны уже очень хорошо запрятались. Скажу сразу, легко мне в этом ролике не будет, потому что пацаны понаходили такие нычки, и карта просто нереально гигантская. Так, подожди, а что двери не открываются? А там только с кнопки. А где кнопка? Она там справа от тебя. Ой, слева, то есть. Да? Так, слева или да? А я не вижу ее. Но она там есть. На Е, наверное, здесь. С другой стороны! Вы что, с другой стороны? Да вы что, не играли FNAF с другой стороны? Нету здесь тоже кнопки, вы меня обманываете. Он все с других сторон открывается, Дим. На Е нажми. О, я зашел. Вот кнопка, вот Дима кнопка, вот она была. Да? Ну ладно. Я вас все равно поубиваю всех. О, ящики, обжора ящиков. Никого нету? А хотя нычка была хорошая, да, там под ступеньками заныкаться? Ребята, сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Любой может с нами записать и попасть в нашу крутецкую команду. И напишите классный комментарий. Дима, забери подарок, интересно, что там было. Так, вы не застревайте в меня. А, мне не будет. А он, я думал, откроется. Кстати, карта весит всего 50 мегабайт, но она реально классная. Очень крутая карта. Раньше так, это можно на втором этаже. Раньше она весила 13 гигабайт. Ой, мегабайт.
Да не, вроде весь... А может она была просто не такая большая, как сейчас? Да, она... просто не было другой локации. Тогда она весь... Кстати, ее видите, убирали со Стима и опять добавили. Значит, ее доделали и добавили новые локации. Так, сначала мы будем здесь все обыскивать, потому что мне кажется, что кого-то я найду. Прячется-то 7 человек, я думаю, что это будет нелегко, но о, первые игроки найдутся очень просто. Это же картинки, мама, из Италии. Это же картинки, мама, из Италии. Почти все спрятались в детском саду. Да. Потому что он появился. Что, я в такой имбовой нычке. Ой, имбовая нычка ваша. Так, ребята, вы застрете в жопе у меня, и вы мне мешаете. Мы шило в жопе. Ножик. Так, я думал, что здесь по-любому кто-то сидит. Ого, арбуз взорвал. Че арбуз взорвался? Заминирован. Заминированный арбуз. Это прикольно, кстати. Так, давайте вот здесь вот. Подождите, подождите, может тут кто-то под ступеньками ныкается? Я Диму потерял. Блин, кстати, знаете что? Скажу еще, кого я найду, можно убегать, чтобы было веселей. Да. Так, давайте сразу пойдем здесь поищем. Может кто-то здесь заныкался по-хитрому? Ага. О! Блин, кстати, на стенку. Я сначала эту стенку подумал, что это там. Я, кстати, знаю, это секрет. Я понял. Надо туда потом спрятаться. Да? Она непрозрачная, она непрозрачная. Так, ну что, я думаю, что пацаны все заныкались. В детской зоне. В детской зоне, да? Детская баня. Все, погнали. Там я был, там я был. Нычка самая классная, это когда рядом возле меня прячетесь и на видном месте. Так, здесь, здесь. Тут на деревьях кто-то может ныкаться. Давайте поищем на деревьях. Подарок. Так, тебе кажется, Дим. Нет, мне никогда не кажется. А вот там вот. Нет, там пропасть, Дим. Воу, то, что вы все здесь, что ли, заныкались? Да. Вы что, гоните? Это моя тоже любимая локация. Вот, давай, Дима, скажи. Ой, я спускаюсь. О, офигеть. Вот тут кто-то по-любому ныкается. Нет, тебе не, кажется. Дима, не... Тебе кажется. Тебе кажется. Я ж могу так камеру, знаете, наклонять и смотреть. Ага, ага. Через... А вон я его вижу. Текстурки. Бегает, ага, там, купается в шариках. Да как это я еще никого не нашел? Вы чего? Я уже должен был убить всех. Так, значит, кто-то вот тут ныкается. Так, я не могу это жарки. Трубу залезть, пожалуйста. Так, а тут? Некоторые сильнички щекают, ну ладно. Ой, тебя бы солнце уже наругало. Ну да. Не, оно не наругало, оно бы просто сказало беспорядок. Не нажимай на этого, Фредди, сейчас станет темно. Прощай. А я знаю, как свет включить, смотрите. Оп, и свет. Ха-ха, и свет включенный. Чё-то всё ясно. О, тут еще. Да сколько тут локаций, я вообще кого-то найду здесь. Нет. Так, двери закрыты, здесь закрыто. А вон бегает. Во, во-во-во-во, вот тут по-любому кто-то заныкался, ну по-любасу. Так, да двери нет. Закрыты, закрыты. Нет, вижу, нет. Вижу челепиздрика. А, я уже убежал. Так, ну тебе это не спасет. Спасет. Так, внимательно, внимательно. Он в шариках? Он не нет, он не выбежал. Где мы так интересно наблюдать? Ну, конечно. А у нас вот на Тиндере получается. Издеваются надо мной как могут. Конечно, весело наблюдать. Да-да-да. Тут где ничего тебе? Я съесть не могу. А где Дима? А он под лестницей. Он все. Я боюсь. Так, стекла я бить не могу. Бегает. Да вы чё так заныкались? Карта такая вроде не сильно запутанная, а найти никого не могу. Хорошо. Давай-давай. 40 тысяч лет спустя никого не нашел. Ого, меня стул ударил, в жизни отнялись. Я могу сюда в огорки зайти? Можешь. Да, можешь. Не могу, не могу. Не до конца. А, толстый, толстый. Телепортироваться я не могу, ничего не могу. А как мне убить вас? Все. Найти его тут где-то, наверное. Так, а попробуй взять, например, баллон боя маленького. Я и так найду, не переживай. Я Диму потерял, люди. Ой, я кого-то я вижу. Я уже я знаю, как их найти, ребята, у меня есть небольшая идея. Какая же? А, Дима, кто умрет, тот лоб. О, давайте, хорошо, кто первый умрет, тот лоб. Что на вип? А не открывается, это следующая локация будет. Да. А где он? А где он? Он на лестнице, он на лестнице. О, я форму вижу, я форму вижу. Да. Как убить Диму, чтобы он остался лохом? Гуф, смотри, вот тут он, ой, я не могу закрыть, он вызвал следить. Я в шоке, ребята, я никого найти не могу, они обсуждают и ржут. Слышу, слышу.
ты стреляешь в форму. Вы все тут, что ли, заныкались? Я спалил куёку и убежал. Вы что, издеваетесь? Спалил куёку и убежал. Я в такой нычке, который Дима может меня убить, но вряд ли он туда заберется. Я вижу эту нычку уже. Ну только как ты туда заберешь? А я на В залечу, потому что я не могу. Вы что, могли летать перед прятками? Я вам режим полета включал, значит и я могу. Нет, там можно пройти. Нет, там а можно пройти туда? Да, можешь пройти. А как? А вот так. Ну, додумай. Так, додуматься. Додуматься. О, я кого это вижу? Слушай, Диман. Диман, там одна жертва. Я догадался, ребята, я догадался. Тикай! Дима, я в этой нычке застрял, что делать, как выбраться? Всё. Ну все, ты проиграл. А, это куёк. Всё. Это я. Так, стану невидимым на время, потому что я за своей спины ничего не вижу. Да. Это означает, что сейчас куёка проиграет. Слышь, ты вонючий камин. Стойте, сейчас мы прочекаем. Как же... А как он туда попал? А можно было через текст мне? Да, нет. Толкай меня. Так, хорошо. Ладно. Я буду по-честному играть. Столкнули. Дима, упал? Йога столкнули. А, да, он на текстурах встанет. Меня столкнули, не, ну так Дима нечестно. Давайте я хоть покажу. Есть! Есть! Дима, нечестно. Как это нечестно? Честно, надо было... А вы меня тоже толкаете, я играю. Меня же как столкнули. Выбрат? Ну все, тебя столкнули, надо было так делать, чтобы не столкнули. Пита, ты где? Надо в следующий раз, ребята, когда будете летать за предметы, знаете, что перед тем, как их спамнить, вы их заспамните, и включаете отключить столкновение. И тогда будет классно. Забыл сказать эту фишку, надо было сразу это предупредить пацанов. Дима, ну что, куёк, а мы с тобой теперь вместе, и ты знаешь, где все заныкались, давай, будем их мочить. Нет, я уже одного знаю, где Дима. А, ну все, давай. Так, как же мне туда наверх попасть, если вы говорите, что это возможно? А как? О, здорово! Здорово! Только как мне выбраться из этой нычки? Я застрял в ней, но... А где ты? Тоже в этих горках где-то вы заныкались? Не-не-не-не, я в шарик. Только ты не знаешь. О-о-о! Как это не знаю? Я сейчас найду тебя, по-любому! Дима, ты меня не найдешь. Ты не знаешь, как туда забраться. Я даже не могу выбраться отсюда. А я знаю, как туда зарплаться. Зарплаться. Обратно будет форм, потому что ты потом не выберешься отсюда. А что, в этот домик можно было, интересно, залезть как-то? Да-да-да, в этот домик можно было залезть, только... С него вылезти уже нельзя, только с помощью ногу. Дима меня спалил, да? Да, я тебя спалил. Тебе пора проигрывать. Последние слова. А где он? Мне не получится. А вот. Когда побежал, он за ним. Сбегите! Тикай с позором. Тикай! А где вы? Есть! Ну что, ребята, вот и продолжается веселье. Нас уже трое. Да? Да. Да. Отлично. Так, давайте теперь сюда будем забираться. Значит, кто-то еще и здесь. Дима. Да. Понимаешь, куда ты не мог попасть, а я знаю, куда туда попасть. Я знаю, как туда попасть. Не, я не знаю, я уже забыл. Я не помню, в основной сюжетке можно было туда как-то попадать или нет? Я помню, когда я проходил оригинальный Security Breach, вот эти горки. И, боже, мне эта миссия снилась там потом. Там текстура. А ты вряд ли меня поймают. Потому что ты меня не сможешь поймать. Так, они вроде через текстуры. Такую вот. Там вот на... Он тэпнулся, он у тебя. Бегай. О, ампер молочек. Не, вот в такой яночке в ней можно забраться, только вылезти нельзя, только через ногу. Ты я знаю, ты там в таком островке, да, в этих шариках? Нет. А где ты? Да ладно. Ладно, я там, только вам надо забраться. Смотри, вот тут есть. Так, ребятушки, мы же скачали, еще у нас есть такой мод. Security Breach, вот такой вот у нас есть. Не надо! А как тебя убить? Тебя надо убить как-то. Я тебя убью, потому что раз ты нечестно туда залез, значит тебя нечестно там убью. Ой, извините, пацаны.
Ну тогда я еще одного нашел. Ты убил Пика, все. Я больше не буду брать этот тилпак. Я чисто для того, чтобы найти пацанов. Кто вот это? О, вонючий заяц. А кто остался? Арара и... О, давайте на перекличку. Кто остался у нас? Я, Арара. Форум и Арара. Форум и Арара. Вдвоем? Да. А я знаю, где они. О, да-да-да, стой, слушай, слушай, давай, чтобы по-честному было. Ой. Смотри, возьми. Его никак не достать. О, бегут мои кентафорики. Ты будешь убивать его? Да, так, да отлично. Он... Отлично. Видишь, какой. Так, а ну покажите, как сюда забраться, по-честному. Я его убить не могу. Вот это там, где такой этот, высокий. Арара, выйди из пропасти, я убить не могу. А где он? Я тебя убить не могу, ты наешь, что ли, сел? Чё? Я тебя не могу убить. Ну вот убил, чего ты? Я выиграл. Да, ты сам, кстати, лучший ныкальщик. Кстати, Растишка, помнишь там, где мы прятались? Сиди туда же, веди всех их. Только после того, как вы выйдете, идите налево. Так, подождите, я думал, тут что-то есть. Направо. И там типа проход тут такой. Я нашли пора, я не... Вон. Я его нашел. Это я без ноуклипа, я паркурил. Вот так вот. Чё, всех нашли, все? Ребята, сегодня будет необычный ролик, когда мы второй раунд сделаем. Это будет не прятки, а догонялки. Вы готовы? О! Кого мы, ребята, последнего нашли, тот теперь будет за нами гоняться. Так что бери аниматроника The Joy Creation, ага. А мы будем сейчас убегать. Вы готовы? Ну что, ребята, 3, 2, 1, догонялочки начались. Давай. Он перебегает. Догоняй. Теперь, ребята, будем стараться ролики комбинировать, чтобы было интереснее. Опа, опа. Опа-па. А! Да почему я первый, блин? Ну все, мы теперь вместе. Мы вместе теперь, хорошо. Я на самом деле, ребята, знаете что? Я этот, специально. Так и сразу поняли, Дим. Да. Я всегда, когда проигрываю, говорю, что специально. Так, ну что, побежали. Теперь нас уже двое. Страшно. Думаешь, страшно тебе? Подожди, нет. А где он? Ах ты черепиздрик маленький, тяжело его поймать. Все, я закрыл. Быстрее. Эй, стой! Есть, Арара умер. Блин. Ребята, ну что, у нас уже трое. А где? Ого, вы дверь поломали. Я же думал, что двери можно ломать теперь. А, так невидимости нельзя. А. На расстоянии убил. Читер. Ну все, банси меня, я с щитами. Так, давайте, нас уже четверо. Остался Ампер. Один? Да, остался. Да. Можешь использовать любое оружие против нас? Вообще-то я еще как бы... А, еще Йоха есть. Да ничего. Давайте, кто оставился последний, можно будет пригвождатель использовать, чтобы было веселее. Ого, я тут все разрушаю. И поедальщик компьютеров и цветов. Конечно. Куда же без этого? Так, а ну что, вы их видите? Давайте инфу. А я... Как прятались и не бегают. А я двери хожу, ломаю. А вы тоже двери, да, поломали все? Да. Я знаю, где они спрятаны. Как ты их ломаешь, в смысле? Просто стреляешь в них и все. Ну, удар как нажимаешь. Стрелять. Ой, нифига себе. Реально можем. Они спрятаны. Поёка. Пацаны, вы где? В игровой? Я нет. А где вы? А я где? Я рядом с чем-то нахожусь. Так, я вижу, один уже пошел туда. Тут поёка. Мочи, опять он там заныкался? Привет, мужики, как ваши дела? Я его знаю. Вон он стоит, слышишь? Не вижу никого, вообще никого. Хорош. Вика молодец. Ну что, тот, кто остался последний, бери пригвождатель, и можно нас пригвождать, чтобы было веселей. Я застрял. Нормально. На веб вылети. Так, Йока-то ожил? А ну последний инфу, где он? Может, в туалетах спрятался. Так, он пригвождателя может, конечно, всех жестко пригвоздить. Дам подсказку, я в самом открытом месте. Возвращаемся, пацаны, он не там. Ну что, это было просто. Ребята, давайте, как давние старые времена, мы сейчас сделаем
ПВП, друг против друга. Вы готовы? На аниматрониках? Да, на аниматрониках, да. Не, только с этого пака, что было интересно. Вы готовы? 3, 2, 1. ПВП началось. Тот, кто проигрывает, просто смотрит. Останется последний лучший игрок. Гуф, не надо. Тебя убил. Ну, можно брать и невидимку. Забыл сказать, что невидимку можно брать. Она функционирует у Дима. А, так ты под невидимкой, Дима, где-то. Ну да, я такой. А нам сейчас становиться этим? Обратно? Так. Нет, вы смотрите, потому что должен остаться последний. Я еще живой. Лучший игрок. Слышь, невидимка. Я невидимка. У меня нет такой способности на Фоксе. А ты должен на Фоксе? Да. А блин, как же тебя убить? Где-то тут Дима. А вы где? Дима кого-то тут убивает. Так, вижу, побежал. Не работает. Ну давайте, кто из вас выиграет? Я. Ну давай, я верю в тебя, ты сможешь. Так, давайте сюда побежим. Есть! Ай-я. Ну что, остался один форум и я или еще кто-то? Растишка. Я живу. А, растишка. Блин, я в нём убил, ладно. Так, выдвигаемся на охоту. Он под невидимкой, Дима под невидимкой. Ну я невидимка, да. Есть! Есть! Реванш! Нет, какой реванш? Я выиграл! Я нафиг ваши реванши знаю! Невидимка, ничего! Сбиваем Диму! Эй, нет! Ну вас нафиг! Я валю! Куда Дима побежал? Дима! А, тварь пригвоздил! А, нет! Я жив еще! Yes, я вырвался. Ну что, ребята, охота, да, на последнего аниматроника, выжившего? Да не спам. Опять нет, пригвозди не слетели. Ой, не сработали. А ну быстро извините. Двери поломаем сейчас же все. Фонарик включайте ищему. Вот он. А! Нет! А, нет. Жизни кончаются! Бейте его! Где он пригвожден? Отвали! Да хватит пригвождать меня! Живой! Гвозди, слетайте, пожалуйста! Не надо слетать, гвоздики молодцы! Гвоздики молодцы, я такого не слышал! Что ты говоришь? Сейчас я буду их тут встречать всех, кто будет ко мне подниматься. Не сможешь, а я сейчас вот так. Да хорош! Ладно, стой видимым. Нет, все. Я победил. Пусть вы меня и выиграли, но ПВП я победил. Хоть что-нибудь. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как всегда, все взорвали. Эй, сейчас гаррисмот вылетит. Если ты сейчас...